Мы приехали в больницу Сент-Мэри. У меня appointment with nutritional. With nutritionist. Я в больнице Сент-Мэри и хочу вам показать, какая здесь шикарная галерея на тему Иисуса и его жизни. Оказывается, вот где скрываются шедевры. Are there any like specific recipes, like contour recipes that you still cook at home? Because I can also try to formulate that into one. No. No? Okay, noted. Yeah, to have feeling in it. It is like dumpling. Okay, but then do it very well. Oh gosh, I say one? Borscht. Borscht! Oh, that's embarrassing. Betty knows about borscht. Yeah. What do you think about borscht? It's okay. I go to the TV. Same? Yeah.
нравится вот этот. Ice tea называется. Холодный чай. Называется претцельс. Его кладут в йогурт. А, это просто снэк. Здесь можно поесть за $2.5, здесь за $6. Эта стена посвящена истории черных. Называется Black History Month at Providence. Больница Сент-Мэри. Ричард хочет уже быстрее отсюда уходить. Здесь такая маленькая кафешка. Они рады сервировать вам кофе Starbucks. Как хорошо на улице. Внутри больницы все еще нужно носить маски. Сейчас мы вышли, сняли маски. Солнечная погода. Напротив меня католическая церковь Сан-Патрик. Очень красивое дерево. Это Saint Mary Community Hospital. Здесь стоит очень красивая статуя Девы Марии.
Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Здесь есть мемориальная доска St. Mary Community Hospital at 1976. I saw it in the phone people.